Чан, родимый край, край талантливых музыкантов и певцов. Земля здесь словно засеяна музыкой, песни льются с небес. Карабах называют колыбелью музыки, консерваторией Азербайджана. Vatanımdır vatanım, vatanı sevmeyen insan olmaz, ayrılmalı, ayrılmalı. Vatanı sevmeyen insan olmaz, olsa da şahsa vicdan olmaz, ay ay dadi bey, ay ay aman ey. Sen beni benim köksümde çarpan ürek sevmen senin köksümde eksik bir zerre. Bana kanat veren adı direksen adına yazına vatan derim çöre adına vatan derim. Ay ay tadı ver ay ay derim. Мугамы в его исполнении обретают новую жизнь. Детскому ансамблю «Карабахские соловьи» всего 6 лет. Ансамбль юн и по возрасту его исполнителей. Самому младшему 9 лет. Но, несмотря на это, ребята довольно быстро завоевали известность не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Они лауреаты Всесоюзного фестиваля «Русская зима» и международного детского фестиваля «Пусть всегда будет солнце». Таджир Алахвердиев, ученик 4 класса. Выступление на сцене Большого театра явилось первым серьезным испытанием для Изахата Джафарова. Назим Зейналы. Раньше он пел только для себя. В поле, у реки.
Çok sakin, çok kalın, çok kalın. Burayı yumuşak götür. Ey vatan, torpağına sesli bana. Семье Ильхамиза все поют. Возможно, поэтому он пришел в ансамбль уже настоящим певцом. Мастеров прославила твоя земля. Узира Гаджибекова, Джабара Карьягды, Хана Шушинского, Рашида Бейбутова, Бюльбюля. Юные герои нашего фильма «Карабахские соловьи» достойные продолжатели этой славной традиции. Угам, острый меч в народной борьбе. Песня, рожденная в Карабахе, покорила сердца любителей Мугама в Баку, Москве, Болгарии, Германской Демократической Республике. Доброго пути вам, юные певцы!